Здорово, бойцы! Ну что, давайте поиграем в игру под названием Image Striker. Такая вот веселая музычка у нас в начале играет. Прям просто заводная. Короче, это у нас скролл-шутер, наверное, называется, или как-то так вот. Жанр, где там самолетик летает и мочит всех подряд, короче. Вот так вот. Под такую вот рейв-музыку начнем эту игру. Игра в Стиме бесплатная, можете попробовать, короче. Вот. Может, кому зайдет. Ну что, смотрите, у нас здесь аркада есть, караван какой-то. Ранкинг, это я не знаю. Ну, наверное, не знаю, аркада это, наверное, да? Как прохождение, не прохождение. Ну, давайте. Смотрите. Тут, короче... сколько здесь? 6 стадий. 6 стадий, 6 уровней. Они все закрыты. Вот. Напоминаю, если вы... Игруха зайдет, мы в нее поиграем еще там, как бы. А так сейчас как этот. Небольшой обзорчик такой. Вот. Ну, давай первый уровень, погнали. Так, а как стрелять, как что тут? Ой, ё. Так, а как тут? У нас. А как стрелять? Погоди. О! Надо разобраться еще в управлении, как стрелять, как и чё тут. Чань какой-то. Погоди. Чё-то не то. Погоди, как тут стрелять-то? Я чё-то не могу понять. Обычно в скролл-шутерах как бы стреляют сами. Как вообще? Где тут огонь? Мать твою. О, здесь ускориться можно, нифига себе. А, во, нашел я кнопку стрелять. Все, погнали. Всем кранты. Мы на своем. Соколи тысячелетия, сейчас тут вырубим всех. Так, закись азота. Погнали. Такая, да, стилистика в игре такая, как бы, необычная. Как вот, знаете, как типа старенькая. Это что у нас, главарь? А есть здесь суперудары какие-то? Смотри, у нас из дронов начали выстреливать тоже патроны, пули. Это фиг знает, может, и до этого они тоже стреляли. Warning. Отлично. Это, наверное, босс. Ну, погнали. Ой! Он долбанул в меня. Он в меня попал. Так. А это что за чертило вылез такой? Погоди. Вот это что такое? А! Это, короче, смотри, это дополнительная шняшка для нашего космолета. Окей. Вторая стадия. В принципе, смотри, может быть. Короче, что, собрали? Может быть, мы пройдем игру за весь видос. Может быть и такое. Но навряд ли. Как говорится, можно, но сложно. А может, нифига не сложно. Так. А, к этой штуке, короче, приближаться нельзя. Она нашей жизни ломает. Нифига тут дополнительных всяких штуковин для космолета, для нашего. Бонус какой-то заработали. Блин, как-то неудобно. О! Я кусок базы сломал. О! Все, пролетели эту хрень.
Так. Смотри, там наводящие ракеты там были. Блин, надо было ее оставить. Пузырями. Сейчас получим достижение какое-то. Так. Очередной бастяра. Погнали. Сейчас мы тебе... Ух ты! Нехилые лазеры. Сейчас мы тебя загасим. Не таких на тукан насаживали. О, ништяки повалились, ништяки. Так, штукенцию берем. Блин, нет. Вот такое вот оружие, оно, в принципе, хорошо, но не в нашем случае сейчас. Вот, пузырьки. Отлично. Ну, вот такое нормальное оружие. Еще бы этих самонаводящих ракет каких-нибудь было бы вообще ништяково. Блин, а че у него жизни так... А че у него жизни так медленно? Погоди. Continue. Continue. Ну что, с самого начала? С самого начала ты смотри. Не все так просто, как кажется. Так что надо быть аккуратным. А сколько у нас всего жизней? Три попытки, да? Три жизни у нас всего. Окей. Так, облетаем всю эту шняшку. Лазер. Ну, лазер в таком случае в нашем не очень. Что-нибудь надо, чтобы по бокам стреляло. Ну, либо вот такие вот пузырьки. Лазер опять. Во, вот такая штука. Ништяк. Блин, случайно взял. Ладно. Я помню такие шутеры раньше, вот на всякие на дендиках вот были, да, там на приставках, там на всяких. Ну, приставочные игры были такие. В принципе, гамали, я думаю, многие. Так, нет. А это что? А, вот, самонаводящие ракеты. Отлично. О-о-о, меня взорвали. Ладно. А, две жизни, короче, и мы дошли до босса. Сейчас мы его завалим. Я уверен, сейчас мы его уничтожим. Музычка такая дровоева, да, играет? Нормальный саундтрек такой. Так, ништяки пошли. Отлично, отлично. У него кусок от него отбили, отвалился. А, надо в середину, короче, в середину, смотри, палим. У него жизни убавляется. Так, 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 так. Слишком много патронов кругом. О, самонаводящая ракета. Отличная тема. Сейчас мы тебя загасим. Обычно вот в таких играх у космолетов есть суперудары. По идее должны быть. Все тебе кирдык. Отлично, отлично, мы это сделали. Миссия пройдена. Ништяк. Мы это сделали и убили на это всего 9 минут 10. Так, смотри, какие-то красненькие у нас уже патрончики. Видимо, что-то прокачались, что ли, или фиг знает, что это. Прикольный саундтрек. Какие-то роботы, смотри. В стиле аниме. Че, мы его сейчас загасим, нет? Нет. Не успели, робот улетел. Он обещал вернуться. Во, вот эта тема.
Вот для таких роботов эта тема. Отлично, загасили. Ах ты, не успели. Смотри, какой-то... Какая-то фигура. Надо ее загасить. Видишь фигуру, гаси ее. О, пузырьки, пузырьки пошли в ход. Неплохо. Следующий босс, третий босс. А, отлично, у нас достижение. Смотри, какой босс. Хвостатый. И почему-то у него жизни не убавляется. Как его мочить? А, все, вот, понеслась. Понеслась жара. Просто лазером нахерачил его. Ништяк. Или это не был не босс? А, стадия Клэр. Блин, вообще, какой-то, не знаю, легкий босс. И одну жизнь мы заработали. Ништяк. О! Drum and Bass. Пошел. Вот. Танки, танки. Смотри, новое оружие у нас, кстати. Зелененький цвет. Не, блин, саундтрек неплохой. Вот что мне нравится вот в таких вот играх, это саундтреки. Они прикольные. Прям такие драйвовые. А, смотри, мы можем управлять дронами, короче. Вбок, смотри. Влево, вправо, вбок. Видишь, да? Берем ништяки. Собираем все ништяки. А, это ангары. Это ангары, из которых танки вылазят. Блин, что, надо что-то помощнее, что-то помощнее. А, вот, все, мы взяли. Взяли что-то помощнее. Ай. Ой-ой-ой-ой, танков много. Много танков. Как-то вот по этой... А, все, мы дошли до следующего босса, четвертый босс. Сколько там, 6, да? 6 стадий. Отлично. Сейчас загасим. Фигня это. Смотри, лазером уже. Второго босса, кстати, лазером, да, и так чётенько. Отлично. Все, excellent. Excellent. 6000 очков заработали. Ништяк. О, еще и лазер заработали. Еще и лазер взяли. Ништяк. Отлично. Окей, погнали дальше. Стадия пятая. Предпоследняя. Предпоследняя стадия. В принципе, мы дошли. О. Какие-то стены тут ломаем. Блин. Лазер. Лазер здесь не в тему. А, надо было, наверное, с другой стороны лететь. А, это... Эти штуки облетать надо. В стенки нельзя врезаться. Иначе будет нам конец. Отлично. Загасили. Проделываем себе путь. Ох ты. Нифига здесь такая подстава. Ты видел, да? Окей. Оказывается, здесь надо уже пользоваться дронами. Так, давай. Ах ты, лазер опять. Нет, лазер не покатит. Не покатит.
Отлично. Так. Вот это, я думаю, блин, сложноватая миссия будет. Да. Ты посмотри-ка. А, блин, что за черт? Почему меня гасит? Почему это происходит? О, себе дыру проделали. Блин, козел. Козел ты, танк. Так, отлично. Две пушки снесли. Делаем себе проходик, проходик, проходик. Отлично. Лазер нет. Вот такие штуки нормуль. Блин, блинский. Проход, проход, нам нужен проход. Гейм овер. Гейм овер, как говорится. Усё. Как говорится, усё. И игра теперь с самого начала. Просто шикарно. Ну что, друзья, мы посмотрели эту игру. Вот. Как обзорчик. Если игра зашла, пишите в комментариях. Мы обязательно еще раз в нее сыграем. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.